Viva la Куба! Viva la Fidelia! Это вы, да, 120 идете? Не-не-не-не. Второе колено еще здорово, поэтому нужно идти на тропу. Не отставайте. Мы понимаем, что нас ждет, поэтому, так сказать, немного подобрать правильные слова. Беги, волнуемся. Ну, только начало. Чтоб все дошли. Все на тропу. Обязательно нужно участвовать в качестве волонтеров, в качестве участников. Обязательно нужно принять в качестве зрителей, болельщиков. В общем, обязательно нужно жить. Жесть. Шикарно. Дамы, как настроение? Отлично! Я с вами тогда. Давайте! Много сходим, но и много приходим, как обычно. Мы живые! Да! Сердце не туда, провалились по колено в болото, думали, что только бы выжить. Надо готовить. Это идеально, надо готовить, потому что то, что тренировки там бег, это все ерунда. Вот надо именно к такому, блин, хардкору готовиться. Кто там прибежит первым или каким, это абсолютно не важно. Главное, сделать себя. Но мы прошли. Да, прошли. Можете мне, пожалуйста, дать адекватное объяснение, зачем вообще вы это сделали?